цель нашего мастер-класса – показать принципы обработки камня и получить в конце вот такой вот приполированный образец. Это обычная галька, обычный гравий, который был подобран с края дороги, и вот после обработки, что из него получилось. Наша задача сейчас сделать так же. Нам понадобится, естественно, станочек, понадобятся абразивные круги разной степени, они пронумерованы, и, естественно, сырье, и, конечно же, вода. Начинаем. Мы взяли образец уже несколько обработанный, поэтому нам понадобится немного меньше времени на его приполировку, хотя в целом это занимает около 20 минут. Итак, берем следующую по абразивности черепашку, крепим ее и запускаем станочек. В общем, на ощупь уже можно видеть, что достаточно гладкая поверхность у нашего образца. Так, и еще раз мы меняем на следующую. Фактически здесь идет абразивность от 50 до 1500. Очень важно делать движение перпендикулярно направлению движения круга, чтобы не образовывалось никаких пропилов, никаких царапин на обрабатываемой поверхности. Также очень важно смачивать
камень для того, чтобы избежать образования пыли. На первый взгляд мы не видим особой разницы между обработкой предыдущим, допустим, абразивом и абразивом на 400. Да? Но, тем не менее, если мы пропустим вот один из этих шагов, то нам будет работать гораздо сложнее. Предпоследнюю по степени абразивности черепашку ставим. Это уже практически полировка. Вот, и сейчас нам осталось сделать последний шаг, это заполировать поверхность, для того, чтобы она уже в сухом состоянии сверкала так же, как и в мокром. Поэтому берем самую мелкую. Можно попробовать полировать на сухую немножко, чтобы посмотреть, как камень эту полировку берет. Не все образцы полируются столь же весело и задорно.
долго полировать без воды не советую, потому что камень нагревается. Но поскольку нам с вами попался тут или серпентинит, или афит, он довольно мягкий и обработался достаточно быстро. То есть вот такой вот результат нашего мастер-класса у нас получился. Вот такой вот небольшой приполированный образец. Мы этот мастер-класс проводим для всех желающих. Так что любой может прийти к нам в музей и почувствовать себя настоящим Данилой мастером и получить, ну, может быть, не каменный цветок, но, по крайней мере, вот такой образчик в свою коллекцию.